Добрый день, друзья, с вами магазин ZooDragon, и сегодня мы с вами поговорим про эублефаров. Кто они такие, как их содержать и с чем их едят. Начнем с того, что эублефары – пустынные сумеречные геккончики. Минимальный размер террариума – 30 на 30 сантиметров. Живут в среднем до 20 лет, вырастают в пределах 20 сантиметров. Естественно, кто-то больше, кто-то меньше. Тут четко сказать нельзя. Питаются насекомыми, как живыми, так и замороженными, можно перевести на специализированные пюрешки. Сейчас вместе с вами мы оформим террариум для эублефарчика. Давайте начнем. Нам понадобится специализированный пустынный песок. Почему пустынный? Кварцевый песок обычный, он имеет вот такую треугольную структуру. Если рептилия его скушает, естественно, он забьется в желудке, и будет не очень хорошо. Пустынный песок имеет круглую структуру, даже если рептилия его скушает, он выйдет естественным путем. Естественно, рептилию пересаживать на песок можно только здоровую. Если рептилии не хватает кальция, не хватает витамина, она будет кушать все. Песок, щепу, салфетки, все, что найдет, чтобы восполнить недостаток кальция, витаминов и недостающих элементов. Фон вставляем. Засыпаем песочек. Влажная камера. Для чего она нужна? В первую очередь для успешной линьки вашего питомца. Туда кладется моксфагнум, влажный. Геккончик туда залазит, там мокро, прохладно, и он успешно линяет. И эублефары линяют чулком, то есть с носа и до хвоста, полностью съедая свою шкурку. Поэтому не удивляйтесь, если вы не видите линьки своего питомца. Они просто ее съедают. Влажная камера ставится в холодный угол террариума. Таким вот образом. Укрытие, где будет спать ваш питомец, ставится в теплый угол террариума. Теплый угол – это там, где будет лежать термоковрик. В точке прогрева у эублефаров в среднем 32-35 градусов. Поилочка, она также ставится в холодный угол террариума. Мисочка под кальций. Эублефарам необходим кальций с D3, кальций без D3 и витаминки без D3. Кальций без D3 должен стоять на постоянной основе в террариуме, чтобы рептилия могла сама регулировать количество кальция в своем организме. Мы же не знаем, хватает ему кальция, который мы даем, или не хватает. Нам об этом никто не скажет. И дикарюшечки красивые для нашего террариума. Можно одну поставить, немножко подвинуть, поставить вот сюда и поставить, прикопать и поставить. Ну, такая красота у нас получилась. Thank you.